Добрый день всем, кто здесь со мной в Зуме, кто посмотрит потом в записи. Очень приятно со всеми иметь дело, но лучше с теми, которые здесь онлайн, потому что им есть что сказать всегда, что-то очень важное добавить. Тем не менее, вернемся немножко на то, что говорили раньше, как всегда. Может быть, что-то прояснить из тех вещей, о которых мы говорили раньше. В частности, хотелось мне сегодня подчеркнуть то, о чем немного я уже говорила на прошлый раз в предисловии, о том, что Маниту очень сильно нас наставляет или демонстрирует нам очень важный аспект – это каково взаимоотношение человека с текстом Торы. Отношение человека с текстом вообще может быть очень разное. Но в Торе это вопрос принципиальный. Понятно, что эта же модель может годиться и для других текстов. Но для Торы это вопрос совершенно принципиальный, потому что Тора ни в коем случае не может быть для человека просто внешним текстом. Текстом, который несет какие-то идеи или рассказывает интересные истории, и все это в ней есть. И идеи, и истории. Но взаимоотношение человека с текстом – это диалог. Это влияние Торы на человека непосредственное. Вот когда он воспринимает текст как нечто, что должно изменить его личность, что говорит непосредственно ему, его душе, не просто как идея или не просто как история, а как сама жизнь, которая влияет на душу, влияет на личность и ее изменяет. И в этом отношении есть большая разница между философом, допустим, религиозным, еврейским философом, каким бы он ни был гениальным, знаменитым, мудрым, и Маниту, который все-таки остается равом, как, в общем-то, я для себя уже сформулировала. Потому что рав, который учит нас вот таким образом видеть Тору. Философ, он видит это наоборот. Он создает некоторую модель мироздания, модель существования. Модель мира, исходя из феноменолога, например, философ, он видит мир определенным образом, видит какие-то явления мира, и потом он смотрит в Тору и ищет в ней адекватность тому, что это вполне нормальный подход, но это не подход, который хочет от нас добиться Маниту, когда он учит нас читать Тору. И этот изменение, которое происходит в человеке, оно не изменение идеологическое. Это не изменение, которое может тебе принести философ, который придет к тебе и скажет, вау, тезис, антитезис, потом синтез. Ты говоришь, да, действительно, и в химии такое. Есть в этом что-то замечательное. Ну, и что это дает лично тебе в данный момент? То есть до того момента, что это не меняет твое отношение к жизни, не выражается в действии, в изменении твоего нравственного опыта, твоего нравственного поведения, все это остается в области теории. Это не правильное чтение Торы. Поэтому, когда на Маниту говорил, каково доказательство, мы это читали несколько недель назад, наверное, каково доказательство, что сейчас это чтение правильное? То есть это не спор между Раши и Рамбаном, да, как надо читать Тору. Раши говорит так, как надо комментировать. Рамбан говорит так. Раши и Рамбан, они ее читают по-разному в смысле воздействия на свою личность. Не потому, что они говорят, что там разное написано. Правильное чтение Торы – это то, которое меняет действие человека, которое меняет его личность, как я уже сказала. И оно может быть разным у разных людей. Но для каждого отдельного человека, когда... да, вот я хотела упомянуть, что говорил Маниту по поводу того, откуда мы знаем, что наше чтение правильное. Это не значит, что оно правильно отражает историю, правильно понимает то, что там написано. Не только это. А когда человек читает ее правильно, как описывает там Маниту, он описывает так, что у меня возникает ощущение поразительности того, что я читаю. Восприятие. Я удивлен, поражен
и восхищен, может быть, тем, что я прочел. И у меня возникает еще, там четыре вещи он перечислил. И Бадаут, то есть осознание истинности, правильности, что это единственное возможное понимание. И ощущение того, что радости, которое открытие того, что я вижу. И все это происходит не от того, что он понял, что он наконец достиг истины. Это не значит, что он все понял, что в Таре написано. Это значит, что под действием Тары он сам изменился, и он смотрит вдруг на мир другими глазами. Это то, что хотел нам. И это вот, вот критерий этот. Не то, что он понял однозначно все, что там написано. Но вот это вот критерий внутреннего изменения, то, что хочет нам донести Маниту. Вот это то, что составляет правильное чтение еврейской Тары. То, что он называет Басафа иврит. Когда Тара говорит с ним таким языком, который меняет его. И когда он может что-то ответить Таре, что он отвечает Таре? То, как он действует в мире, что он изменился, что он куда-то продвинулся, что он не остался на том нравственном уровне, который он был до этого. Это что-то изменило в его мире. Да. И то, что мы видели в основном в первой главе, самая главная и базовая вещь, которая мне то объясняет, что нам вторая хочет нас изменить и что она хочет до нас донести, это представление о том, как Творец создавал мир, что он создавал этот мир, дав миру место и дав миру свободу воли. И это противоречит социалистическому взгляду на мир, что все происходит только по воле Всевышнего. Он дал место нам в мире и дал место нам решать. Не только нам, а всему мирозданию. Иначе, говорю, Маниту не имело бы смысла вообще рассказывать о том, что происходило до создания человека, какая это может быть для нас актуальность. Сегодня это все не так. Но мне важно именно творение, как оно происходило. И к этому оно возвращался несколько раз. И на модели Творца человек понимает, насколько это важная и базовая вещь, дать другому человеку место в этом мире. И это одна из, как мы увидим, как мы знаем, Таре одна из существенных, один из существенных, самых существенных вопросов, которым Тара занимается. Отношения между братьями. С этого она как бы начинается. Книга «Бытия», и этим она заканчивается. Как это все происходит, как это все непросто. Да? Мы в прошлый раз говорили о том, что как различается подход, материалистический подход Тары, что в материалистическом, когда человек смотрит на мир, когда, в котором нет Бога, в котором нет слова Бога, то на самом деле весь мир принадлежит ему. Нет места для другого. И только тогда, когда он смотрит на мир, как мир создан Творцом, он понимает, что здесь его назначение — это увидеть другого в этом мире, не только себя. То это немножко было, возвращаясь к написанному или сказанному. Если кто-то хочет мне что-то сказать, я бы очень была рада по этому поводу, потому что я пыталась здесь изложить то, что уже говорилось, но немножко с другой, может быть, стороны. И иногда, может, и стоит возвращаться туда. Ну, я все время к одному и тому же. Как Давай. Я бы недавно узнала, это, оказывается, называется таким постмодернистским анализом текста, скажем так. Ну, то есть... Это же не подразумевает, что любой человек может, ну вот, знаете, как вот мы сейчас любим, ну вот я так вижу, вот я так понимаю, да. То есть вот вы говорите, что там после прочтения происходит там осознание какой-то истины, там радости, открытия. То есть всегда должен быть положительным эффект. Ведь иногда может от какого-то там осознания какой-то истины не всегда так радостно бывает. Ну, хотя, в принципе, в конечном счете должно быть, да, радость. Сам факт того, что этот текст меня меняет, и
я осознаю, что он меняет меня в правильную сторону, он, в общем-то, должен быть радован. Хотя иногда это бывает грустно посмотреть на то, что... Ну, это уже мы переходим к Равупуху, да, то, что урод от Шува и так далее. Я в чем-то ошибался. И это, может быть, большая травма, что я сделал что-то не так. Я шел не туда. Но когда ты выходишь на правильную дорогу, у тебя как бы не то, что я дошел уже до конца, но я... Опять же, то, что мы говорим про... Собственное... Да, да, сейчас, я можно, извините, пожалуйста, Михам, я уточню, да. Просто, чтобы легче так было. Ну, допустим, например, я до этого представляла, например, что как бы что-то Всевышний должен сделать, а тут вдруг я прочитала и узнала, что мне надо все делать. И вдруг, ну, как бы это не всегда там на первый момент радостно. То есть все-таки вот это вот понимание от прочтения текста, когда, как бы, когда я могу понять, что я его понимаю. Вот как бы вот этот момент. Да. Ну, во-первых, Маниту не учит нас читать текст в отрыве от традиционного еврейского прочтения. Это... Что-то прерывается. Ну, что я могу сделать? Я стараюсь не прерываться. И это не значит, что... Давайте включаем дальше запись. Секундочку, я сейчас сделаю шеринг, и мы посмотрим, где мы остановились в прошлый раз. Все равно меня здесь не... Ну, это не видео. Если сейчас голосом будет плохо, шеринг тоже может брать. Я попробую сейчас еще что-нибудь сделать. Меня слышно, не слышно, все зависло. Ой-ой-ой. Не все слышно и видно. Я сейчас просто пытаюсь закрыть, может, всякие аппликации, там, Firefox, там, и так далее. Ладно, и видно, а мне ничего не видно. Ох, у меня вот сейчас не видно, там какой-то другой экран вышел. Не то, совсем не то. Уф. Очень прошу прощения. Ничего страшного, Нихам, не торопитесь сейчас, когда просто много так в шеринг всегда он виснет немножко. Нет, но у меня он как-то глобально завис. Я пытаюсь что-то сделать. Сейчас я сделаю стоп-шеринг на секундочку, потому что непонятно, что происходит, а я пытаюсь. Послушайте, пропало, по-моему, все. Ну, там, наверное, зависло, надо, чтобы закрыл. Сейчас закроется, наверное, откроется. Ну, да, вообще все пропало. Все. Вот. Натан, привет. Нихама немножко зависла, отключилась. Сейчас она, надеюсь, подсоединится. Ну, как сказать, время еще есть. Включил. Секундочку. Show all windows. Ну и что у нас тут? 7. Что-то я не пойму, а где же 6? Потому что у меня что-то уже там... А, вот оно. По-моему, я вот точно не помню. Мне кажется, мы не закончили это вот. В прошлый раз не закончили эту тему
который назывался у нас «О свободе и поиске». И там как раз в конце говорилось о том, что, например, откровение еще до Торы, что оно делает с Авраамом. Что Авраам, именно поняв, что Всевышний создал мир, что он дал нам его в подарок, что он оставил нам место и находится с нами в диалоге, он для себя делает вывод, что вот так вот нужно поступать в мире с людьми. И, как говорил Андрей в прошлый раз, что это тот месседж, то откровение, которое он пытается передать миру. И оно постепенно проникает в мир. Но это происходит довольно долго. И без того, что дарование Торы, без того, чтобы Бог еще не просто, как говорится, в Пиркей Авот, Раби Акива говорит, большую любовь Бог высказал человеку, что он создал его по образу своему. А еще большая любовь выражена в том, что он этому сказал, он этому объяснил. То есть не только он рассчитывает на то, что мы сами догадаемся, что мы в этом мире гости Всевышнего, но он еще это нам объяснил, он еще это нам показал. То есть он еще сделал шаг навстречу нам. Авраам, он это понял сам, но этого недостаточно оказалось. Для всего народа нужно было откровение, дарование Торы. И после этого Рав говорит, что еврейский ребенок естественным образом становится верующим. Ну, если он вырос в еврейской семье, подход, такой взгляд на мир для него является естественным. Но тем не менее, он так же, как и любой другой человек, перед ним есть два пути самосознания. Один путь – это осознавать себя, получившего личность, и этой личности уже есть моральные установки. То есть при самом создании мира, в мире заложена вот эта моральная установка. И когда ребенок вырастает, он столкнется с непростыми проблемами, поскольку быть моральным нелегко. Но у него есть базовое признание. То есть помимо того, что ты каждый день, каждый миг вынужден делать выбор, именно моральный выбор, давать себе, быть честным перед собой, давать себе отчет о том, что ты сейчас поступаешь морально или аморально. И чаще всего этот выбор очень непростой. Ты должен выбирать между двумя очень важными для тебя вещами, лично для тебя. Может быть, это имеет огромный какой-то смысл. Ты иногда тебе приходится жертвовать жизнью, жертвовать своим положением, отказываться от каких-то привилегий. Но моральный человек, он стоящий перед таким выбором, он должен понять, что с точки зрения Всевышнего от него требуется. Кстати, я просто вспомнила, по-моему, я не помню точно, в каких воспоминаниях, по-моему, Гинзбург, про то, как ей грозили в тюрьме, что ее переведут в Бутырскую тюрьму, еще куда-то, где просто невозможно. Просто дико страшно было. Я уже, как всегда, забываю фамилии и места, но сам факт, что она понимала, что если ей будут этим грозить, она сдастся и выдаст всех. Что значит выдаст всех? Никого там выдавать не надо было. Она подпишет на всех, на кого ей потребуют подписать. Ну, это... На самом деле их могли взять и посадить, и сломать, и без нее. Но это способ ломки человека, когда его заставляли, подписывать на своих знакомых доносы, которые, в общем, не соответствовали действительности. У нее было ощущение, что она не выдержит, что это такая страшная вещь, что она, если только будут этим угрожать, она... все сломается на месте. А когда до этого дошла, она поняла, что она не может это сделать. Она не может это сделать, она не может поступить неморально. Хотя дико она боялась. Да. Опять же, не наше дело там судить, да, как у Орвелла, когда там на него наставили крысу, он готов уже отказаться от всех. Но это уже вопрос... неподсудности, я думаю.
что есть вещи, которые человек не в состоянии вынести, и мы не можем за это судить. Но в обычной жизни, тем не менее, когда не такие страшные дилеммы стоят перед человеком, когда уже он не может вынести, это называется анус. Он не в состоянии действительно. А все время, пока он в состоянии, он должен делать этот моральный выбор. Это одна сторона медали. А другая сторона медали, что ты вообще принимаешь на себя такой подход. Да? Базовое признание того, что человеческое сопротивление — это сопротивление сотворенного Богом. Дальше тебе может быть сложно. Ты можешь выстоять, ты можешь не выстоять. Но пока ты не принял вот этого базового определения, ты относишься к миру по-другому. Второй путь — признать себя единственной сущностью в мире. То есть фактически я — это я. Все остальное как бы не существует. Это почти иллюзия. Для меня важно то, что важно для меня. Это в крайнем выражении, это, конечно, солипсизм, да, что никого на самом деле не существует, кроме меня. Но это нормальный человеческий эгоизм. Почему? До тех пор, пока мне это выгодно, пока я хочу доброго имени, хочу, чтобы ко мне хорошо относились, хочу, чтобы это самое... Я готов вести себя порядочно, да, но в тот момент, когда это мне невыгодно, когда никто не узнает, это вдруг кончается, потому что для меня важнее всего я, а мораль, когда можно, я использую, когда нельзя, то не использую. А Бога здесь нет. Наличие Бога в мире, оно заставляет человека каждый миг понимать, что каждый миг он берет на себя ответственность. Я понимаю, что это может быть не совсем, как Лена сказала, в некотором смысле тяжелое переживание. Не обязательно радостное. Но мне кажется, что это как бы не противоречащие вещи. Мне, может быть, это тяжело, тем не менее радостно. Это точно так же, когда иногда бывает, что человеку может быть больно, но он счастлив, что эта боль есть, потому что это значит, что он живой. Потому что когда ее нет, это может быть, он вообще умер. И поэтому в этом осознании, что на мне лежит большая ответственность, это, конечно, непросто. Она может иногда подавлять, она может пугать. Но с другой стороны, это означает, что человек жив, что он выполняет свою роль на земле, что он здесь поступает так, как Всевышний от него хочет. Он верит в это. Да? Пусть он ошибается. Но что у него есть возможность соответствовать ожиданиям Бога. Это базовый. Таре дается замечательное решение этих проблем. Что происходит? Закончены были небо и земля, мы продвигаемся к субботе. И все воинство их, и закончил Бог к седьмому дню работу свою, которую он сделал, отдыхал в день седьмой от всей работы, которую он сделал. Работу он сделал для нас, чтобы мы ее делали. Это что Лена сегодня упоминала. В описании отдыхающего Творца происходит божественный переворот. Надо понимать, что до этого мы даже не думали, что он может отдыхать, что он может устранить. Все, что было сделано в мире, это было сделано Всевышним. И это все имело важный, нужный смысл для нас. Мир, в котором который не, как говорил Маниту выше, не безмолвный. Он говорит нам что-то. И в какой-то момент вдруг все это кардинальным образом меняется. Бог отдыхает, Творец исчез. В какую игру Творец играет со своим творением? Равушки на землю. Эта игра необходима, логична и имеет цель. Чтобы у человека был выбор. Все время, что Творец действительно, реально существует в творении, выбора у меня как бы нет. Творец должен исчезнуть, скрыться за занавесом природы, за естественным функционированием мира. Основа ответа на этот вопрос – это базовое положение, при котором человек имеет возможность выбора одного из двух противоречащих друг другу подходов, о которых мы говорили раньше. Или я личность, которой Бог вложил свободу воли, на которую он возлагает большие надежды. Или мир функционирует сам по себе, ничего такого не имеет. Зададим теперь другой вопрос. Почему мир творения должен превратиться в мир природы, чтобы человек действительно был свободен? Это не так очевидно. Да? Почему это должно быть? Ну, Манито говорит, что это довольно очевидно. Ответ заключается в самом вопросе. Чтобы человек был свободен, мир должен быть постоянен. Это понятно?
Не очень. В мире должны действовать какие-то законы постоянные. Не может быть, что сегодня я бросаю камень, и он летит вниз, а завтра он летит наверх. Тогда получается, что в мире действуют совершенно какие-то законы, которых я ничего не могу, которыми я не могу совладать, которыми я не могу управлять. Я не могу быть свободен в системе, в которой нет закономерности. Которые каждый миг могут измениться правила игры. Как говорит девушка тут сбоку, это очень утомительно. Для того, чтобы у меня была свобода, мир должен быть постоянным. Мир должен, как говорится, камингагоногэ, чтобы у него были свои законы. Чтобы в нем я был хозяином. И от меня много зависит. Ну, мальчик может заткнуть дырку в плотине. Да? Если бы это не помогло ничему, да, могло бы не помочь, конечно. Но, во всяком случае, такая возможность существует, что он действительно пожертвовал собой, засунув пальчик в дырочку, смог спасти там целый город. Страну целую, да? Всю Голландию? А? Бельгию? Почему Бельгию? Голландию. Мама. Это в Бельгии? Извините за бород, за необразованность. Ну, Голландия же. Это места там, где действительно отвоевывают. Да, ну все же знают эту историю, нет? В детстве же мы читали. Будем считать страны Бенилюкса. Там говорят страны Бенилюкс. Не важно. Но там это в тех местах, где отвоевывают землю с помощью плотин. И плотина дала трещину. И если бы там дальше проникала туда вода, то все бы разрушилось, земля, вода бы все затопила. Ну, то есть я для того, чтобы сделать такое дело, я должен понимать, что здесь происходит. А то, может, я скажу, подумаешь, ну, трещина, может, она не вытечет еще сама. Как говорит моя дочка, сидящая рядом, но большинство людей так себя и ведут. А вот как-нибудь обойдется. Я еще вам расскажу по этому поводу. Это моя мама очень любила рассказывать. Мы жили когда-то в доме с мусоропроводом. Иногда случалось, внизу там был мусор. Иногда случалось, что этот мусор почему-то загорался. И там вообще говорят, а это действительно страшное дело. Внизу загорается мусор, пожар может перекинуться на этажи. И моя мама увидела, что там идет дым из мусоропровода, что там горит какой-то огонь. Она попыталась как-то своими средствами что-то сделать, вылила туда несколько ведер, поняла, что это абсолютно безнадежно, побежала. А у нее там маленький ребенок был в этот момент в доме, и она не могла сама, она сбежала несколько пролетов, увидела какую-то женщину и сказала ей: «Вы не могли бы быстренько сбегать в домоуправление и сказать, что пожар у нас там в мусорке?» А ты говоришь: «Вы не волнуйтесь, там уже воду льют, все заливают, все этим занимаются, да». То есть это моя мама там вылила несколько ведер воды, а люди решили, что это без них уже решится вопрос. Не волнуйся. Да, действительно так бывает, но взять на себя ответственность – это одна из таких очень трудных вещей в мире. И на самом деле иногда бывает очень сложно взять на себя ответственность. Чаще всего мы проходим мимо того места, где могли бы остановиться и помочь кому-то. И, ну, все видели вот эти страшные ролики, где там падает человек на лестнице, и вокруг проходит все. Прохожие никто не обращает внимания. И это часто бывает по жизни. Я сама с собой замечала. Не помню, рассказывала или нет. Недавно там я поднималась в автобус, и вдруг вижу, водитель говорит кому-то: «Помогите ей войти». И я оборачиваюсь, и я вижу, что рядом со мной стояла слепая женщина. Я не видела, что она слепая. И она попросила, он, водитель, увидел. Он попросил другого человека какого-то, чтобы помог войти этой слепой женщине. А я сама не увидела. Очень стыдно, да? Почему ты не видишь то, что происходит рядом с тобой? Потому что ты смотришь внутрь себя, ты не видишь других.
Давайте начнем следующую главу. Можно быстренько? Да, нужно. В том смысле, что для свободы нужна какая-то, как это сказать, закономерность, да, детерминированность. Да, но потом, вот по крайней мере на своем опыте, оказывается, что это только внешнее, как бы кажется. Ну, как бы понятно, закономерность существует, и мало того, что есть мнение, что Всевышний не может нарушать какие-то законы. Не, в смысле, не может, не нарушает. Но со временем, чем больше ты этим занимаешься, ты понимаешь, что закономерность-то она есть, но на самом деле она не только нарушается. Вот этой как бы стабильности, которая нам необходима, она на самом деле настолько, ну, как бы видимая только. Она на самом деле... Да? Но базовый закон должен быть. При этом, конечно... Нам всегда хочется, чтобы все было совсем вот однозначно, да, вот, но Бог не поспомает, он нас все время этому учит. Чтобы я там вложил ему мицву, он мне дал ответ. Чтобы я был хорошим, и он ко мне хорошо. Да, и это так во многих местах написано, да, будете соблюдать заповеди, все будет хорошо, это все не так просто, да. Будь хорошим человеком, ты будешь хорошим человеком. Награда заповеди — это сама заповедь. То, что ты попал в невыносимые, в тяжелые условия, остался там человеком, это... Я не хочу говорить про будущий мир. Это само по себе грандиозная вещь. Ну, как бы вот естественное состояние человека, знаете, я вот, ну, сделаю хорошо, но дайте мне чуть передохнуть, как бы вот я все хорошо и все наладилось и расслабилось, но потом выясняется, что как бы ничего тебе не дадут передохнуть. Нет, причем, ну, это потом ты понимаешь, что это на самом деле в этом есть глубокий смысл, и это на самом деле это и есть хорошо, но как бы поначалу это, конечно, очень беспокоит, не знаю, нервирует. И, да, это сказано там, хотел Яков наконец посидеть спокойно, пожить спокойно, да, бекеш Яков ля шевет бешалва, да. Вот. Это нормально, да. Ты решил, что все сделал, да? Нет, тебе еще много чего предстоит. Ну, наверное, это хорошо в конечном итоге. Но, ну, как ты говоришь, в перспективе, задним числом смотришь, все прекрасно. Все прекрасно, так и должно было быть. Ну, это, в общем, уже отдельный вопрос. Действительно, это, может быть, философский, может быть. Но это то, что дает нам прочтение Торы, я думаю, силу, вот эту вот внутреннюю силу быть моральным. Потому что это действительно не всегда просто. И в жизни не всегда все хорошо, так сказать, и стабильно. Но тем не менее, есть некоторые базовые вещи, которые дают нам возможность этой свободы. Если их бы не было, то я бы не мог быть свободным. Если бы Всевышний находился в мире и все время менял правила игры, это бы человека совершенно парализовал, я думаю. Но то, что я за всем этим многообразием, за всем многообразием сюжета, я постоянно вижу одну и ту же руку, одного и того же автора. Допустим, его чувство юмора мне не всегда постижимо. Но тем не менее, я его вижу. Это вот дает мне Тара. Кто? Давайте начнем. Голландия! О, подтвердили меня. Голландия была. Вот. И, в принципе, мы должны перейти сейчас постепенно к идее субботы. И она уже как бы всплыла у нас в прошлой главе. Но перед этим Рав хочет подытожить вот эту тему. У меня все время было некоторое, кстати, в скобках скажу, некоторое сомнение, вот можно ли так говорить о том, что вот здесь
разворачивается идея Рава, потому что когда, я много раз слышала, что это взято из разных, это компиляции из разных лекций Маниту, типа как, например, Рав Назир составил компиляцию, мы сейчас учим Натана Котлера, Урот Атшува, это часть, написано Равом Куком, часть дальше уже компиляции из разных мест. Или там Урот Акодыш, например, это книга Рава Кука, это целиком составлена из разных мест, из разных отрывков учеником Рава Кука Назира. Он сделал это очень последовательно, очень обдуманно, развитие мысли. Ничего от себя не добавлял. И поэтому я думала, что мы, правильно говорить, что вот здесь вот Маниту перед тем, как он переходит к вопросу субботы, он вот касается вот этих двух идей, которых мы изложили позже. Но вот, как я слышала недавно от женщины, которая, собственно, составляла эту книгу, она основывала ее на одном курсе, который Маниту читал. Он читал много курсов, но она, видимо, взяла один из таких наиболее развернутых курсов Маниту, и на основе нее это была, в принципе, первая книга, которая вышла. И еще есть две книги в этой же серии Гавриэла. А есть еще другая группа, которая еще тоже занята выпуском книги Маниту. У них, я не знаю, как это, тоже надо было бы выяснить. Там много всяких тем в этих книгах понимается, Мидрашим и так далее. Но я не выяснила. Только мы заняты этой книгой. Поэтому в данный момент я как бы более спокойно говорю, что перед тем, как перейти к теме субботы и объяснить, какое значение она имеет, в общем, мы уже дошли как бы до этого вопроса. Он касается вот именно вот этих двух подходов и объясняет их именно философским языком. Еще раз сказать, что на самом деле он не философ, он просто пользуется философским языком и философским методом. В человеческой мысли существует два противоположных подхода к взаимоотношениям человека и природы. Космологический и антропоцентрический подход. Космологический подход утверждает, что Вселенная – это главная суть бытия. Даже если он предполагает наличие Творца, тем не менее центром вот этого творения является сама природа, сама Вселенная. А человек – лишь незначительная деталь по своей ценности, равная другим существам. Есть огромный-огромный мир, и человек – одна из деталей. Может быть, он более продвинутый, может быть, более, у него есть какая-то собственная роль в этом, в этой огромной вселенной. Тем не менее, он не является центром, потому что центром самого мироздания целиком. Согласно этому представлению, космос – это не что иное, как детерминистическая природная система с определенными неличностными и неизменными законами. То есть законы, они работают в соответствии с тем, как нам говорят законы Ньютона, законы Эйнштейна. Ему все равно, кто падает с небоскреба, человек или камень, он летит с той же самой скоростью. И среди различных природных существ также наличествует более сложное существо, называемое человеком. Да, то, что сказали. Это понимание естественной личности лежит в основе материальной культуры, которая считает человека просто высокоразвитым животным. Есть какие-то особенности? Он может чуть-чуть больше, он может там развивать науку, математику, считает лучше, даже рефлексии есть, может быть, там, он может думать о том, как он думает. Философия создает. Но, тем не менее, это еще один небольшой шаг. Собака тоже думает иногда, а кошки вообще очень разумные, умеют управлять людьми. Еврей, не потерявший своего изначального самоопределения, приходится писать слово самоопределение, потому что, не знаю, что это identity или зуд на иврите, а в русском языке звучит не очень хорошо. А что можно сделать? Не может принять такое представление. Еврей, тот, который у него есть это вот identity, базовая личность еврейская, он даже чувствует обиду, когда его насильно и, не знаю, как правильно перевести, нелестно для него относятся к животным. Тара представляет противоположный антропоцентрический подход, ставящий
центр вселенной человека. Это очень существенно. Это, когда мы просто даже читаем тарот, это не так очевидно. Но это становится очевидно, когда ты понимаешь, как именно творец составлял мир, творил мир, да? И хотя естественный подход расценивает представление Тары просто как тщеславие. Ну, то есть ты основываясь на Таре, говоришь, что человек — это венец творения просто потому, что тебе хочется быть этим венцом. А на самом деле, будь поскромнее, считай, не выставляй себя на первый план. Ну, просто один из витков эволюции, не знаю. Вопрос, которым занимает Тару, это для какой цели творец сотворил мир? Откуда все вытекает? Антропоцентрический подход? Поскольку главным в подходе Тары является то, что Бог сотворил мир, и не просто так сотворил мир, если уже он ее сотворил, а у него была какая-то цель. Это не просто игра в случае, или не просто он сделал это так, походя, как человек шел мимо муравейника и воткнул туда палку. Это нельзя уподобить случайности. Тара описывает нам, что все действия Бога как направленные к чему-то. И из этого как бы естественным образом следует, что у Творца была цель. Сотворил ли он мир как главную сущность и в него поместил также человека в числе других созданий? Или же сотворение человека – это цель и назначение творения? То есть даже признавая все то, что написано в Тале, мы можем прочесть это по-разному. Можем прочесть, что вот он создал все-все-все, и, кстати, и человека. Да, ну хорошо, Бог сотворил человека. Или наоборот, весь мир, все мироздание было сотворено для того, чтобы поместить человека в центр. Западная концепция частично основана на представлении о том, что целью мира является сам мир. Согласно Таре, мир не что иное, как дом человека. Разные подходы. Бог сначала построил мир, а потом поместил туда, секундочку, это он. Нет, не совсем. Там есть такая мидраш очень известный, что когда принимают гостей, то сначала там накрывают на стол, а потом уже приглашают человека. То есть весь мир уже был подготовлен для того, чтобы декорации, музыка, свет, все готово, и тут на сцену выходит человек. Эти два подхода противоположны, естественно, и противоречат друг другу. Но эти разногласия не ограничиваются только теоретико-академическим уровнем. Их влияние на нашу жизнь и на наши поступки огромное. Механическая и космологическая концепция мира в конечном итоге приводит к отчаянию. Если мы допустим, что человечество возникло чисто случайно, ну даже не случайно, даже если его создавал Бог, но тоже как бы так, без особой цели, то жизнь действительно лишена смысла. Когда жизнь лишается смысла, то это приводит к отчаянию. Это такой факт человеческого бытия. Кошки и собака действительно не ищут никакого смысла. И им спокойно совершенно за завтрашний день более-менее. В крайнем случае у них есть косточка запрятанная. А человек, когда он лишается смысла, он не понимает, для чего он живет, это его приводит к отчаянию. И поэтому, на самом деле, вот эта материалистическая теория, в котором, на самом деле, нет места смысла, а есть просто существование. Вот ты существуешь, но и будь доволен, то, что ты сегодня сыт, одет, обут, у тебя есть хорошая книжка даже. Ничего тебе по жизни не нужно. Но, тем не менее, жить становится не для чего. Почему-то именно вот человеку ему необходим смысл, ну, это многие из вас читали или знают про Виктора Франкла, который написал книгу «Человек в поисках смысла». Это он делал не потому, что он религиозный человек. В общем-то, там он говорит о Боге, но для него Бог в данном случае это просто как источник смысла. А он создал свою теорию на основе фактов, то, что он видел вокруг себя. Когда у человека есть смысл в жизни, он живет. А когда смысла нет, то ну, или он в депрессии, или он умирает, если он в этот момент в концлагере.
Космологический подход породил материализм. То есть он не обязательно материализм, но на самом деле, когда Бог настолько далек от мира, он просто становится ненужным. Если он не придает жизни смысл. Если мир создан не с определенной какой-то целью, и смысл на самом деле в моем личном существовании или существовании всего мира в принципе нет, то он оказывается не нужен действительно. Зачем он? Тогда у нас остается только материализм. Напротив, антропоцентрический подход утверждает, что Бог создал человека лично. То есть не просто он, не просто это как бы... Вот интересно, что там есть вот, да, нечто, что создает земля, там, животные, растения и так далее. А тут оказывается, что по той или иной причине, мы видели, там земля отказалась, не могла, не вышла, не сделала, проявила свободу воли. Это одна сторона вопроса. А другое, что в результате это привело к тому, что Бог создал человека лично. То есть проявил личную заинтересованность в нем, чтобы вот был именно такой человек. Вот он его создал лично, непосредственным вмешательством, и после этого привел его в мир природы, который уже существовал. Согласно этому подходу, человек не является потомком обезьян. Еврейская интуиция способна воспринять мир, мысль о том, что целью творения является человек, и что творец, создавший Адама, сотворил для него мир. Когда гостя приглашают на трапезу, ну, он упоминает здесь метраж, видимо, хозяин говорит, готовит все необходимое до его прибытия, но в конечном итоге цель это гость, а не трапеза. Когда трапеза готова, гостя приглашают к столу. С космологической точки зрения нет никакой надежды, поскольку все находится в руках случая или судьбы, и не существует никакого смысла и цели. Концепция Торель створяет надежду, веру в то, что за сокрытием в мире находится Творец, который создал его с определенной целью. То, что человеческая история представляет собой тонкую и сложную линию особых и удивительных деталей, каждая из которых играет уникальную роль в замысле творения, и в то, что все они вместе продвигаются творение к тому самому совершенству, ради которого и для которого оно было сотворено. Честно говоря, что это вот рассуждение о наличии в мире смысла, оно настолько очевидно, ну, достаточно очевидно, я бы сказала, что я думаю, что многие могут его провели в своей жизни сами. В этом случае это касается меня, что когда я об этом подумала, это повлияло на мой выбор. То есть я до этого момента в своей жизни уклонялась от выбора вообще. Эти две концепции были мне понятны, что или в мире есть Бог, и есть цель, и есть смысл, или нет. Но я же не могу доказать ни того, ни другого. Нет доказательств, это как раз то же самое, что говорит Минитон. И решающим для меня шагом было вдруг открывшееся мне понимание, что в моих силах, в моей воле сделать этот выбор. Да, я не могу доказать ничего точно. Но выбор сделать в моей воле. Я хочу жить в мире, в котором есть смысл. Я хочу жить в мире, в котором есть цель. Я хочу жить в мире, в котором должна быть справедливость, даже если ее сегодня нет. Я хочу жить в мире, в котором я могу быть партнером Бога в этом деле. Но я считаю, что очень важно эти вещи еще и сказать. Вот важно, что Маниту об этом пишет, потому что человек, делающий этот выбор внутри себя, он сделал его, и он продвигается с ним дальше. Но каждый из нас свой путь, и некоторые приходят совсем другим путем к этому выбору. Хотя мне кажется, что после того, как ты уже все-таки этот выбор сделал, должно проясниться разница между тем и другим путем. Когда ты сделал этот выбор, ты понимаешь уже, что от тебя много в этом мире зависит. Каждое утро я, когда просыпаюсь, мы все говорим мудим, да? Ну, говорят. Благодарю тебя, Бог, живой и существующий, за то, что ты вернул душу мою милосердие. И дальше есть фраза, которая не совсем однозначно переводится. Сидори, я уже
молитвенники, не помню, как я перевела. В Маханаимском настояли на том, чтобы перевести более традиционным, более понятным образом: «Велика моя вера в тебя, раба Эмунатеха». Да? Но на самом деле это вполне тем же основанием можно перевести как «Велика твоя вера в меня, раба Эмунатеха». Эмунатеха. Твоя вера. Какая вера твоя? Меня в тебя или тебя в меня? Возможно, что подразумевается и то, и другое. Я думаю, что должно подразумеваться и то, и другое, что он верит в меня, а я верю в него. Это очень важный компонент нашей жизни. И у нас в этот раз было много всяких перерывов. Я не знаю, остановиться здесь или... У нас велика верность твоя, все дури. Значит, это подправил кто-то. Были редакторы. Но я не уверен, что я перевела. Все-таки велика вера твоя в меня. Это... Не вера, верность твоя. Верность твоя. Эмунатеха. Ну да, но ты верен, да. На тебя можно положить. Тоже хорошо. И я хотела просто, я понимаю, что Маниту здесь пользуется как бы философскими инструментами, но так, если говорить, то вот антропоцентризм и космоцентризм, они же, немножко все равно другое, чем то, что в Торе, потому что это, собственно, Аристотель и Платон, если, да, так. И в философии антропоцентризм — это когда человек вообще все из себя, если я не ошибаюсь, не знаю, поправьте меня, а все-таки тут немножко больше. Я понимаю, что он это просто объясняет через эти термины. Да, да, да. Конечно, это неоднозначно идентифицируется. Тем не менее, ты... смотришь на мир по-разному, да, что стоит в центре. Он берет из этих философий, мне кажется, только базовые понятия. Кто в центре? Или мир в центре, или человек в центре. На самом деле, скажем, в иудаизме каббалистический каббалистический подход, все знают, он антропоцентристский, там, Адам Кадмон, там, да, первый человек, это такой очень важное понятие в Кабале. И в принципе, что весь мир подстроен под человека. Это, кстати, не только Кабала, не только философия. Это как бы научный факт. Потому что, как сказать, если бы какие-то мировые константы были немножко другие, человек бы не мог появиться в том виде, в котором он есть, не мог бы в нем существовать. То есть есть какие-то странные такие факты. Ну, или это может быть субъективные факты, например, что я со своей человеческой точки зрения, я смотрю там на звезды, галактики, там, и так далее, метагалактики. И смотрю вниз там на молекулы, атомы, там, частицы. Ну, как бы в обе стороны, в сторону расширения и в сторону, скажем так, в сторону телескопа и в сторону микроскопа, я как бы стою в середине, в смысле порядка, там люди как-то подсчитали. Там столько-то порядков вверх и столько-то порядков вниз. Не знаю, может быть, если бы я была размером с муравья, все бы выглядело немножко иначе. Или тоже выглядело точно так же. Ощущение, во всяком случае, у некоторых ученых, что действительно в мире есть что-то такое антропоцентризм, что мир подстроен так специально для человека. Но опять же, это вопрос взгляда. Если ты скажешь, что все случайно, что в этом мире, который устроен именно так, вот потому так человек и создался, потому что он именно мог с ним существовать в этом, в данном мире. Да. Ничего, как мы уже не сказали, мы сказали, что мы ничего не хотим доказывать, мы хотим понять, как читать Тару и как ее читать именно вот еврейскими глазами, чтобы она с тобой разговаривала, чтобы она тебя меняла, чтобы
ты менялся вместе с ним. И не только в смысле твоего мировоззрения, потому что мировоззрение — это вещь слаба. Это слабо. Менялись твои дела. Я когда слышала от одного из учеников Маниту, его критику известного высказывания «Я мыслю, значит, я существую». То есть ты мыслишь, это еще совершенно не значит, что ты существуешь. Если ты твои мысли никак не выражаются в действии, если ты об этом никому не рассказываешь, это как будто ты не существуешь. Бог, когда он начал творить мир, он начал проявлять себя в действии. С этого момента он стал для нас Богом. Даже человек еще не вышел на арену истории, но в этом мире уже действовал Творец. И поэтому он для нас существует. А пока ты, твое изменение личности не реализовалось в каких-то действиях, оно еще нет этого ответа твоего Творец. Ответить ты ей можешь только своим реальным действием, своим изменением личности, выраженным в действии. Да. Почему я сюда заехал? Получается, что Творец и Творение находятся в противофазе. У нас есть выбор только благодаря тому, что Творец скрылся. У него сейчас Шаббат происходит, а у нас 6 тысяч лет. И тогда есть какой-то шанс вообще встретиться с Творцом? Ну, у нас Тара, во-первых, мы можем с ним встречаться. Мы с ним, в общем-то, ведем диалог через Тару, я думаю. Именно и откровение. Хотя откровение — это не правило, а скорее исключение в мире. Тем не менее, существование откровения, оно дает нам основание считать, что он не скрыт совсем. Что он все-таки каждый миг он творит заново этот мир. Что на самом деле вот это то, что разворачивается во времени, там, и то, что сейчас, допустим, у него суббота, тем не менее, это не отменяет того мегатворения, в котором все происходило. Ну, как бы это... Есть вещи, которые вне времени, которые все время существуют в этом творении. А есть те же самые этапы, которые разворачиваются во времени. Ну тогда вопрос, а что будет с творением, когда у Творца закончится Шаббат? Не знаю, это очень далеко от нас. Это очень далеко от нас. Это другой мир совсем, я думаю. Это трудно сказать. То есть есть какие-то книги, которые про это написаны, и есть разные точки зрения на это. Но находясь сегодня здесь, я не могу ничего сказать, я думаю. У меня тоже есть суббота. Поэтому, когда у меня есть суббота, у меня есть возможность встретиться с Творцом. В этом мире. Мейну лама ба. Да, это как бы будущий мир. То есть, в будущем мире, может быть, это восьмой день на самом деле. Да? Йом ха-Шмини. Да? В Йом ха-Шмини там о чем рассказывается в этом разделе? О построении храма. То есть храм в этом мире или скиния в этом мире – это некоторая модель, место, в котором происходит контакт с Богом. И это намек на Йом ха-Шмини, тот восьмой день, который будет после завершения субботы Всевышнего. Ну, это только намек, что точно будет. Но для нас тогда седьмое тысячелетие начнется, когда для Творца восьмое. Не могу сказать. Не очень. В числах я в этих не... Если сейчас седьмой, вот эти шесть дней, это же шесть дней после творения. Отсчет времени начинается седьмого дня. С субботы, да? То есть начинается отсчет времени человечества. И, скажем, ему 6000 лет дает. До седьмого тысячелетия. И это все один день Творца, суббота Творца. Да? То есть все предыдущие шесть дней, они были где-то там, до человечества. Поэтому я как-то не очень вижу необходимость считать, что седьмое тысячелетие, это должно быть
и седьмой день. Это разное. Да, может быть, это противофаза, я не знаю. Но я не думаю, что это так уж прямо противофаза. Он скрылся, но он существует в мире. То есть это некоторый такой скрылся, что мы могли его найти. Скрылся, чтобы у нас была свобода выбора. Но для того, кто сделал этот выбор, он существует. Он существует в храме, он существует в субботе, он существует в нашей вере. В диалоге второй. Ну, существует, но вскрытие, то есть мы получаем только намеки, там только, что называется, заглядывает сквозь решетку. Вот, а как бы вопрос самой встречи, то есть непонятно, насколько она возможна и как. Да, непонятно. И, Андрюша, ты хочешь за пардес зайти сегодня? Дело не в пардес, это еще хуже, это надавая вилу. То есть не хуже, я не хочу, не дай бог. Когда человек стремится в этом мире выйти за его границы, то единственное, он сгорает там, скажем, даже самых позитивных, когда мы судим даже максимально позитивно, а надавая виву, они так были преданы Всевышнему, так они хотели Кидуш Ашем, так они хотели только его, больше никого, что у него, им больше ничего другого не осталось, как сгореть. Это не то, что он от нас хочет, это не то есть я не берусь судить там праведников, которые сгорели от любви к Всевышнему. Но у меня нет ощущения, что это то, что Всевышний от нас хочет. Он хочет, чтобы мы его нашли вот здесь, в этом мире. Чтобы вы реализовали его планы в этом мире, и это он, как бы. Это божественное. То есть там, где мы сегодня находимся, нам приходится все дальше и дальше уходить по пути поиска его в материале. Если в какие-то времена, может быть, это было еще не настолько актуально, но с продвижением человечества от нас требуется все более и более находить его в каких-то низких вещах. В сугубо материальности. Ну да, в этом смысле тогда вот такие, да, Ицхак, это как бы не то, что нужно для него. Да. Ну да. Ну, а кидаться сколько целая отдельная огромная тема, и каждый видит в ней действительно что-то. Это говорит разным комментаторам, это говорит разным. Да. И бывает очень разные на этот взгляд. От полной самоотверженности и абсолютной правоты Авраама до полного неприятия такого подхода. Как он мог подумать о Всевышнем, что он захочет? Ну, вот это то, где я нахожу себя в этом мире. Да? Нет. Если это понятно, я не буду тогда, может быть, сегодня уже дальше читать. И это я уберу тогда. Мы продолжим в следующий раз. Пока до субботы не дойдем. Если есть еще что-то сказать, да. С вами так приятно. Вот Натан пришел, что-то хочет сказать. Не слышно тебя, Натан, включи себя. Ничего не слышно, ничего не слышно, ничего не слышно. Я микрофон у себя не включил, идиот. Все. Да-да. Все, закрываем. Отлично. Да. Всем счастливо, шаббат шалом. Пока.